Добрый день, уважаемые зрители нашей трансляции из Тюменского центра олимпийской подготовки, город Тюмень. Мы ведем трансляции завершающих встреч наших соревнований. Финал до 100 килограммов и финал этой весовой категории. Вышли Баркалаев Абдулмуслим, представители Ставропольского края. «Динамо» тренируется под руководством известного специалиста, заслуженного тренера России Захаркина Александра Вячеславовича. Ему помогает оппонирует в финале Мусугенов Рамазан, 94 года рождения, призер первенства мира прошлого года в Майами, США. И тренируется Рамазан под руководством Чимаева Юрия Истрафиловича и Бастанова Аслана Борисовича. А мне помогает вести репортаж известный специалист Крыма в нашем виде спорта Владимир Леонидович Кондратов. Мы его, кстати, поздравляем со вчерашним успехом. Первая золотая медаль Крымской федерации дзюдо в первенствах страны нового государства Российской Федерации. То есть были у Владимира Леонидовича другие успехи, но вот золотая медаль из Крыма вчера была первой. Как, Владимир Леонидович, вы к этому относитесь, ко вчерашнему успеху, пока только идет разведка спортсменов? Добрый вечер, дорогие друзья. Ну, действительно, подарок Лялина Екатерина нам сделала большой. Это первая золотая медаль у крымских спортсменов в составе нашего государства Российской Федерации. Были у нас медали на чемпионате России. Это серебряная медаль весовой категории до 73 килограммов Иван Ефанов. И в этой же весовой категории Антон Тыщенко бронзу завоевал. Ну вот теперь у нас вот такой подарок. Золото с первенства России среди юниоров и юниорок до 23 лет. Ну вот пока Владимир Леонидович немного отвлекался, Володя, я вот тут позволю себе вкрапиться. Значит, соответственно, повел сейчас Мальсугенов. Ну, пока по замечаниям. Спортсмены, конечно, опытные. Оба сборные уже долгое время. И Мальсугенов, конечно, он прибавил, а тем более прибавил и Баркалаев. Потому что Баркалаев все время не хватало. И сейчас он достаточно уверенно вышел в финал. Видно работу тренера такой, прибавил он сильно, Абдулмуслим. Ну и в том числе и Рамазан, конечно, является опытным спортсменом, призером мира, Европы прошлого года и достаточно давно. Интересно складывалась судьба у него в прошлом сезоне у Рамазана. Проиграл он первенство страны, но вот тренеры сборной Драчков, Владимир Яковлевич, Чкарин Игорь Николаевич, Тарасов Александр Иванович поверили. Взяли его, потому что был у него успех до этого. Выиграл он первенство страны среди юниоров. Взяли Рамазана в обойму. Разрешили ему стартовать. И он доказал свое право и принес награды для российской сборной. И на первенстве Европы стал он серебряным призером. И бронзу завоевал на первенстве мира в Майами, тем самым укрепив результат сборной команды страны. Что хотелось бы добавить. Все-таки мы выяснили, где будет проходить первенство Европы до 23 лет. Будет проходить в ноябре в городе Братислава, Словакия. Очень красивый город. Приятно там побывать. И поэтому будет проходить ряд мероприятий. Ну что? Оценка Вазари. Да, оценка Вазари пытается сделать. Мальсугенов пошел так через спину и сделал зацеп под разноименную ногу. Такой, знаете. Я добавлю, что встречу обслуживает Васильев Анатольевич, судья всероссийской категории, представитель Сибирского федерального округа, город Красноярск. Да, сейчас пытается Баркалаев отыграться, но не может ничего предложить. Полностью Мальсугенов. Он полностью контролирует ситуацию. Представитель Карачаева-Черкесии Рамазан. Оба они представители Северно-Кавказского федерального округа.
В конце наших соревнований, конечно, будут подведены статистические отчеты, кто какие завоевал путевки. Ну что, вот сейчас попытка атаковать Абдул-Муслима, атаковал он задней подножкой. Такой прием у него рабочий, фирменный, так сказать, чувствует он это движение. Контратаковал Рамазан, ну ситуация так прошла по краю. Нет, дали Юка. Оценка Юка. Юка оценили, да. Вот, казалось бы, распустил захват, но нет, оценка Юка. Неплотным захвате, да, в конце распустил захват. Да? Мне тоже показалось, ну, видимо, со стороны судьи. Ну, так бросок шел немножко как бы не совсем в нашу сторону. Мы достаточно далеко находимся, но тем не менее, есть у нас тут мониторы, но как бы глаз все время тянется на татами непроизвольно, без монитора. Ну что, попытка. Идет последняя минута. Да. 36 секунд остается, ну, буквально. Ну, опытный Мальсугенов, конечно. Настроен он на, решительно на победу. Чувствуется такой запал. Третья шида дает. Дает арбитр. Мальсугенову, да? Мальсугенову. Ну, тоже попадает в такую достаточно нестандартную ситуацию. И вносит небольшую интригу во встречу. Да я бы сказал, большую интригу. Сегодня мы были свидетелями, когда за 8 секунд до конца встречи, ведя в Азаре. Ой-ой-ой, хороший. И вот еще, ну, дожал, еще дожал, одна оценка в Азаре. Да. И на всякий случай открывает удержание Сайкоми. Дает судья. Нет, арбитр совершенно в новом ключе совершенно правильно действует. Он по новым, так сказать, правилам и совершенно справедливо. Сначала надо объявить о Сайкоми, потом уже оценку, потому что бывает объявляет оценку, но оценка может быть не Ипон, а потом коллеги там подскажут, что это в Азаре, а тут уже не объявлено о Сайкоми. После разбора поднимают спортсменов, да, и ломается ход встречи. Встречи, да, об этом говорилось как раз в Малаге на международном семинаре, где присутствовали представители судейского корпуса Российской Федерации. И 200 еще человек судейского корпуса мирового, где вырабатывались новые веяния, новые тенденции под руководством Эдзо Гамбе, который является непререкаемым авторитетом в мире дзюдо после таких героических поездок нашей сборной на Олимпиаде в Лондоне. И сейчас тренерский штаб тоже просматривает. Ну что, мы поздравляем тренеров Чимаева и Бастанова с победой их ученика. Поздравляем серебром тренера Захаркина. А сейчас у нас небольшой технический перерыв. Награждение весовой категории до 78 килограмм, где победу одержала Антонина Шмелева, напомню. И мы на несколько секунд прерываем наш эфир.